моя красавица. Анечка, рад тебя видеть. Привет, привет. Мама моя родная, ты что так изгорела? Где отдыхала? В Арабских Эмиратах, не поверишь. Да, вас. Опасное место. Только не надо мне говорить, что за тобой там не приударял какой-нибудь арабский шейх. Я приударил, Анечка. Слушай, он не только приударял, он меня катал на верблюдах так. И предлагал быть его десятой женой. Десятый? Это же юбилейный, да? Я бы согласился бы. А я смотрю, в датском королевстве ничего не меняется. В датском королевстве, Анечка, все спокойно. Нам уже поздно перекрашиваться. Мы неисправимы. Твой любимый коктейль Дольче Вита. Спасибо. На здоровье. И мне, пожалуйста, что-нибудь покрепче. Привет, Ань. Привет, Олечка. Что с тобой случилось-то какая-то грустная? А ты что, ничего не знаешь? Нет, я только вернулась. Ясно. Женька Азарина потеряла ребенка. Да ты что? А всеобщеизвестный продюсер Савин заставил петь ее на концерте с накладным животом. Колыбельную.